Приветствую, на связи Елена Литвиненко. Знакомьтесь, это Алина, одна из моих учениц. Алина занимается уже не первый день и время от времени будет демонстрировать те упражнения, которые мы с ней осваиваем. Но для чего ей это нужно, она расскажет вам сама. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я решила поступать на факультет телевидения. Но для этого мне нужно позаниматься речью. Я обратилась к специалисту Елене. За 6 недель я освоила большую тему по речевому дыханию. Но все же я заметила то, что у меня узкий диапазон голоса и нужно его расширять. К этому мы и приступим. Чудо лесенкой шагаю, высоту я набираю, шаг на горы, шаг на тучи, а подъем все выше, круче. Не робею, петь хочу, прямо к солнцу я лечу. И десятый этаж, и девятый этаж, и восьмой этаж, и седьмой этаж, и шестой этаж, и пятый. Четвертый этаж, и третий этаж, и второй этаж, и первый этаж, подвал. Так, примерно с третьего этажа мы уже никуда не спускались, мы шли вдоль этажа. Надо еще разочек. Пробуй. Нащупай самую верхнюю точечку, самую верхнюю нотку, которую ты можешь взять, на которой ты можешь разговаривать. Давай, пробуй. И десятый этаж, и девятый этаж, и восьмой этаж, и седьмой этаж, и шестой этаж. И пятый этаж, и четвертый этаж, и третий этаж, и второй этаж, и первый этаж, ниже, ниже, подвал. У тебя есть ниже, и первый этаж, подвал. Еще раз с третьего этажа начни. И третий этаж, давай, и третий этаж.